Друзья, всем привет! У нас есть 60 упаковок шпикачек. Сейчас будем радовать бабушек, дедушек. Вот так, друзья, это все выглядит. И вот 60 упаковок шпикачек тут. Всем приятного просмотра, ну а я пойду радовать бабушек, дедушек. Бабушка, у нас акция. Сегодня день добрых дел. Мы вам хотим сделать подарок. Можно? У меня нет денег. Бесплатно, бабушка. Бабушка, вот видите, написано здесь, шпикачки для пенсионеров бесплатно. Берите. Ну, давай я их. Сколько вам упаковочек? Ну, одну хватит. Возьмите две, бабушка. Ой, ну, давай. Дай Бог здоровья тебе, сынок. Улыбайтесь чаще и здоровья вам. Берегите себя. Хорошо? Все, до свидания. Здравствуйте. А мы вас ждем. Да. Как у вас дела? Нормально, хорошо. У нас сегодня акция «День добрых дел». Вы же пенсионер? Да. Возьмите, пожалуйста, шпикачки вам бесплатно. Спасибо. Да не за что. Спасибо. Здоровья вам. И вам здоровья. До свидания. Спасибо. До свидания, до свидания. Здоровье – это важно, друзья. А мы поехали дальше, в другой район. Да, Сереж, угостить вас решили мы. Ехал бабушка, дедушка радоваться, встретил дядю Сережу, решил дядю Сереже тоже порадовать. Сейчас порадуем его. Он идет. Идет, идет. Ну, здравствуйте, дядя Сереж. Здравствуйте. Как дела? Да ничего, нормально. Нормально все? Да. Дядя Сереж, мы раздаем шпикачки бабушкам, дедушкам. Да. Ну, я думаю, вы тоже нуждаетесь, правильно? Возьмите, дядя Сереж, сколько вам? Две упаковочки возьмите. Да я не вижу. А? Не вижу я. У меня пакет там остался. А, ну ничего страшного, скоро вам операцию сделаем на глаза. Ага. Берите, дядя Сереж, одну-две упаковки. Ну, хватит. Хватит. Ну, ну все, дядя Сереж, увидимся. Улыбайтесь чаще. Да, до встречи, дядя Сереж. До свидания. Сейчас потеплеет, хочу побриться. А, мы скоро это, вас поводим в баню и это обязательно. Хорошо? До свидания. До свидания. До свидания. Друзья, приехали вот в такой магазин, называется «Народный». Будем здесь радовать бабушек, дедушек. Надеюсь, будет здесь бабушки. Сейчас будем открывать свой волшебный багажник. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Нормально. У нас сегодня... Молодцы, вы у нас появились. А то вы на этом были. Где? Господи, все. Ну, ЗТП? Нет, тоже были молодые парни. Не вы, на ЗТП. Да, да, это и мы. Это вы тоже были. Ну, молодцы. Да. Вот, сегодня небольшая завтра акция. Завтра праздник. Я вас поздравляю. Спасибо вам большое. Мы вам решили, мы для пенсионеров делаем так, чтобы они улыбались. Вот, ага. Поэтому это вам возьмите. Спасибо большое. Да, и не за что. Улыбайтесь чаще и здоровья вам. До свидания. Спасибо. Бать, возьми, бать. Кого? Шпикачки, бать. Вы же пенсионер? Я пенсионер. Можно? Да, есть? Конечно, берите. Сколько вам лет, если не секрет? Мне? Да. 64 года. Вы очень хорошо выглядите. Да. И вы модная, да. Спасибо большое. Все, улыбайтесь чаще и здоровья вам. До свидания. Спасибо. До свидания. Вот так, друзья, у нас иногда пенсионеры выглядят. Видите, как модно. Мы делаем так, чтобы пенсионеры улыбались. Бабушки, дедушки. Это мы вам хотим сделать подарок. Будь здоров. Сколько вам лет? Ну, мне удобно, вот. Почему а неудобно? Стоит? Бесплатно это, бесплатно. Да вы что? Да, чтобы вы только улыбались и все. Ну, улыбаюсь, спасибо. Да. Можно брать? Конечно. Улыбайтесь чаще и здоровья вам. Спасибо, спасибо. Не за что. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Можно, да? Да, 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 конечно. Все, счастливо. Вам тоже. До свидания. Надо все. Своей соседке сказать, что да. Улыбайтесь чаще и здоровья вам. Да. До свидания. До свидания. Самое главное, вам тоже. Да, спасибо вам большое. Все, что хотите, чтобы все было. Спасибо вам большое. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас звать? Георгий Кондратьевич. Георгий Кондратьевич, мы вам хотим сделать подарок. Видите, что здесь написано? Шпикачки для пенсионера бесплатно. Вы же пенсионер? Нет. Идите, возьмите. Почему вы? Почему?
Идите в армию бесплатно, бать. Бесплатно? Конечно. Все, да? Да. Улыбайтесь чаще, здоровья вам. До свидания. Спасибо. До свидания. И вам здоровья, самое основное. Все, берите, хотите, две берите? Да? Да. Спасибо. Все, улыбайтесь чаще и здоровья вам. Вы очень хорошо выглядите. Ага, до свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Бабушка, вы, наверное, к нам идете, да? Да. Я же вас звал. Да. Возьмите, возьмите. Вы же пенсионер? Да. Вы очень хорошо выглядите. Да. Возьмите. 85-й год. Вам 85-й год? Да. Вы что, вы очень хорошо выглядите. Возьмите, сколько вам надо, берите. Хотите две, хотите три. Сколько вам надо, уберите. Да? А? Да, шпикачки это. Можно три? Да, конечно, можно. Спасибо. Дай Бог вам здоровья. Все. Скажите, приятно? Приятно. А это что за... Это вам от меня подарок и от добрых людей. Спасибо. Это какая организация? Это я от своего имени. Да, спасибо. И люди нам помогают тоже. А мы вам помогаем. Дай Бог вам здоровья. А как звать? Я пойду завтра в церковь и ваше имя запишу. Меня звать Владимир. Владимир, да. У меня сынок Володя. Все. До свидания. До свидания. Улыбайтесь чаще и здоровья вам. Спасибо. До свидания. Бабушка какая. Грамотная. Молодец. Ладно, пойдем дальше радовать людей. А вы меня ищете? Да, все, вы продали? Нет, разложили? Почему нет? Еще одну можно взять? Конечно, можно. Ну, где взять? Ну, тогда вот, машина. Вот, берите, пожалуйста. Спасибо. Да не за что. Еще своим соседкам возьмем, пенсионерам. Да? Конечно. Возьмите. Скажите им, пускай улыбаются чаще и здоровья им. Спасибо, вам тоже. Да. Все, до свидания. Некоторые уже не уходят. Ну. Дома. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно здесь? Конечно, можно. Вы же пенсионер, я уверен, правильно? Ну, наверное, 72 года. Да? Все, до свидания. Берите, пожалуйста. До свидания. Чтобы вы только улыбались. Спасибо. И здоровья вам. И вам тоже здоровья. До свидания. Здравствуйте. Пилатный. А? Пилатный. Бесплатно, бесплатно, берите. Как бесплатно? Бесплатно, да? Правда. Правда, конечно. Я и смотрю, тем более, да. Два берите, пожалуйста, конечно. Можно, да? Да, хотите, две берите. А еще? Это одно и то же, все одно и то же. А еще? Это шпикачки одни и те же. А можно, а другую два? Они одинаковые, берите две. Две, да? Да. Бесплатно. Да, бесплатно. А, все. Здоровья вам, берегите себя и своих близких. Спасибо. До свидания, до свидания. До свидания. Это шпикачки пенсионерам бесплатно. Вы же пенсионер ее. Сынок, ты таких еще не ела, что такое? Почему не ела? Ну вот возьмете, попробуйте. Две-три упаковки, сколько вам надо? Ну давайте три, я угощу кого-нибудь, а сама не знаю, буду если. Мне кажется, лучше себе оставить. Бабушка, это вам от меня и от добрых людей подарок. Улыбайтесь чаще и здоровья вам. Спасибо, сынок. До свидания. И ты тоже улыбайся и делай добро людям. Все, спасибо большое. Спасибо, да. Не кончился? А? Нет. Нет, нет. Берите, да, конечно. Можно я тоже возьму? Я тут пенсионер. Да, возьмите. Спасибо большое. Все, счастливо. Спасибо. До свидания. И мужу, да? Да, возьмите. Повенский. Все, счастливо. До свидания. Все. До свидания. Спасибо. Вам. Улыбайтесь чаще. Спасибо. Счастливо. До свидания. Спасибо большое. Друзья, надо продавцов угостить. Хотя бы две упаковки дать, они поужинают. Они мне помогают, но я у них тоже оплачу покупки, поэтому надо их тоже немного хотя бы порадовать. Хотя бы две упаковки дам. Вам здесь как раз на всех, мне кажется, хватит, да? Спасибо. Все, счастливо. Поужинаем. До свидания. Должна. Взамен? Да. Да ничего вы не должны, вы просто улыбайтесь и все. Чаще, самое главное. Я уж больно на фото некрасиво выгляжу. Да? Да. Почему? Красиво, ну, очень. Старая, морщинистая. Все, берите. Хотите две, хотите одну? Нет, нет, одной достаточно. Все, улыбайтесь чаще и здоровья вам. До свидания. Спасибо. Вы очень хорошо выглядите. Все. Вы с бани, да? Сегодня наш мужской праздник. Да. Вот, поэтому берите, бать. Две возьмите, бать. Немного? Да, я думаю, вам мало будет, две даже. Ну, давай, две возьми. Ну. И... Иди сюда. Дядь Вову звать? Да. Дядь Вову, здравствуйте. Здравствуйте. У вас сегодня у нас праздник, знаете, наш мужской. Да, знаю. Да, вот я вам подарок. Возьмите две шпикачки. Дома покушайте. Свежие, вы не переживайте.
Две возьмите, если хотите. Свежие. Ну, возьмите. Спасибо. Не за что. С праздником вам. Сберегите себя и своих близких. До свидания. До свидания. Возьмите упаковочку. С праздником вас. Берегите себя и своих близких. До свидания. Я не один это делаю. Мы вместе с командой делаем. У нас большая команда. То есть много людей у нас. Хорошо. Вот, возьмите. Спасибо большое. Все. А вам здоровья, да, и успех. И вам тоже, самое главное. Чтобы у вас все получалось, как вы хотите. Спасибо вам большое. Раз вы делаете добро, значит, оно вам должно возвращаться. Берегите себя и своих близких. И спасибо. Улыбайтесь чаще. Давайте. До свидания. Так, вы уже у нас брали. Мы брали все, да. Спасибо. Пойду дальше искать бабушек. Вообще тяжело найти их. Люди некоторые не верят, ни в чем. Ну, подвох какой-то ищут люди. Ну, ладно, счастливо. Не привыкшие, потому что. Да? Дай Бог вам почаще появляться, вот тогда будем. Все. Здравствуйте, а вам помощь нужна, нет? Нет, а не нужна? Хотите, я там шпикачки раздаю. Идите, возьмите хотя бы упаковочку себе. Где? Возле Народного. Как помощь? Ну, небольшая помощь. А вам вообще нужна помощь? Ну, так, раньше работал, уже строил. Ага. Монтаж, мастер. Сейчас все, видите, закрыли, не правда. Ну, что? Ну, да. Что, не берут вас грузчиком? Ну, пока сказали, через 10 дней подойди. А вот все, а вот в этот магазин что, не берут? Я сюда подходил, пока не требуют, здесь технички. Здесь грузчики требуются, я только технички. Вы номер бы оставили, все, берите. Хотите две возьмите? Давайте две. Ну, вот три я отдам соседке. Да, я. А дадите? Да. Там дочь, если приедет, я хожу за хлебом, за батоном. Ну все, друзья, мы раздали все спекачки. Юра, говорит. Дядя Юра, вот, последние три забрал упаковки. Спасибо, друзья, кто смотрел это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарии. Улыбайтесь чаще. Даст Бог, встретимся. Увидимся. Спасибо большое. Все, до свидания. До свидания.